По сути, проект является совместным детищем самоуправления Риги, Даугавпилса и Резекне. Сверхзадача – поддержка целеустремленных людей с нестандартным мышлением. Соучредителями выступают Фонд развития и муниципальные власти трех городов. В рамках задуманного предполагается интенсивный курс обучения 40 участников, в том числе 20 из Латгалии. Руководитель фонда Вестурс Дуле, презентуя проект, пояснил, в мире хватает людей, не попадающих в общепринятые рамки. Так, например, если молодого человека выгнали из школы за неуспеваемость, это не значит, что он бездарность. Развивая скрытые таланты с помощью комплексного интенсивного учебного процесса, именно в этом наша задача. Упор делается на тех, которые хотят меняться. Это самое-самое главное. И мне кажется, и во всех слоях есть такие люди. Есть люди, которые, так называемые дропаут, которые из школы просто ушли, потому что не могли вливаться в систему. Мы думаем, там тоже, не то что думаем, мы уверены, что там тоже есть талантливые люди. Просто нам кажется, что этот принцип, что каждый за себя, и у тебя не повезло со семьей, и мы не ответственны за тебя, это как-то не годится, это не рулит для такой маленькой страны, как Латвия, что мы должны стараться помогать всем тем, которые чувствуют, что они могут развиваться. Даугавпилская доля участия 10 человек. После отбора кандидатов им в течение 3 недель, начиная с конца апреля, предстоит жить и слушать лекции где-то на отшибе, скорее всего, в одном из гостевых домов в окрестностях города. Состав лекторов интернационален, как, впрочем, и донесение информации. Курс предусмотрен на латышском, русском и английском языках. В принципе, поясняют представители фонда, идея не нова. Подобные курсы, не связанные с академическим образованием, проходят во многих странах мира. Заявки на участие могут подавать лица, достигшие 18 лет, на портале www.intellectum.lv. Отбор будут проводить лекторы-психологи.